включил, да? Это снимок выдающегося фотохудожника Анатолия Заболоцкого. Он Шукшиным фильмы ставил, все его товарищ был. Ну а тут наши ребята уже вставочку сделали, как будто из моей головы орел вылетал. Ну стихи тоже местный поэт. И тут удачно поставлено гигантский орел и самая маленькая ловчая птичка соколок Чиглок. Вот он этот Анатолий Заболоцкий. С Мосфильма. Он потом на пенсию ушел и стал книги издавать свои. Это книги. Ну а здесь... уникальный белый ястреб чукотский. Только на Чукотке во всем мире водится. Здесь я в молодости в ансамбле Сибо солистом был. Ну и тут, естественно, увеличили снимок очень. Пошел на увеличение, потому что в советское время была такая качественная пленка, что обычный снимок любительский, а на любое увеличение идет. Ну и тут все музыке посвящено. Это вот я в детстве только поступил в музыкальную школу. Это мы с Надеждой, это была серебряная свадьба. Тут мы с величайшим основателем передачи Геннадием Дмитриевичем Заволокиным, он в Шушинское приезжал. Грай гармонь, да? Да, из-за меня приезжал, кстати, с птицей. Но я тут лодыжку подломал, поэтому все, что хотели, не сняли. Ну, сняли кое-что. Это я недавно с учеником. Это вот мы были на Кипре и делали для него рекламу. Юра, рассказываешь сам про свою выставку? Ну да. Ну давай рассказывай. О, смотри, какой снимок обалденный. А вон там гигантский этот. Так. Ну здесь мы быстренько. Здесь мои птицы в охоте. Здесь атрибутика. Это вот лисы такие в Сибири. Большой был гигантский самец. Вот борьба, может, даже больше этого было. Здесь всякая атрибутика. Это вот какие-то сволочи убили птицы. Это редкие птицы. Вот орел лапа там где-то, ястребиная лапка. Сейчас большие иски за них. Тут моя сумка. Это перья птица линяет каждый год. А там, значит, вот если зверь откусит коготь, я придумал искусственный, металлический. Протез. Да, здесь вот тоже на поврежденное место из толстой кожи такой, так, чтобы он не усугублял. Ну, катушечка она для того, чтобы вынашивать. Ну, тут все ясно, это я в Казахстане был, на дне Чебана. Тоже неплохой ястреб. Фото перепутали, это фото Заболоцкого. И ястреба, написано кречет, так и не поменяли. Ну тут тоже, вот я в детстве, с детства занимался этими уже птицами. Степной орел, птенчик, и я тут, мне лет уже 12. Тут два. Это тоже орел, но такие они мелкие вид. Вот кречет сокол. Вот снимок с тем перепутали вот этот. Написано «Носков с ястребом», а это я с кречетом. Но мы потом переставим. Ну а здесь всякие, какая-то, ну может, сотая доля моих публикаций обо мне, в том числе на всяких языках, кто-то, допустим, все понятно о соколах, ловах и музыке. С сыном. Ага, и музыке. Виталька с кречетом, я с Алтаем. Это вот фото, лучшие снимки со всей планеты сюда стекаются. Угу. Тоже меня поместили. Ну а тут у меня всякие письма. Ну час писем, у меня их полмешка дома, если не мешок. Это я в Америке о себе вытаскиваю, Daily Globe газета, штат Канзас. Это тельняшки мне понадарили. Тут уже видно, что индеец дарил. Вот это. У меня такой подарок есть от тебя. Чувствуется индейский. А это вот я был в этом году именно в Канзасе, в штате. Вот они мне тематическую подарили для Дашечки. Здесь тоже все выдающиеся люди. Вот Василий Михайлович Песков, лауреат Ленинской. Вот он подписал мне. И многих госпремий, в том числе президентских.
Вот его книжка. Вот его снимок он подхватил. Говорит, только из этого снимка стоило ехать в Шушинское. Ну, мы серию передач в «Мире животных» с ним сняли. А это выдающийся художник московский, тоже подписал мне книжку. Он, вот это его рисунок, приезжал ко мне на охоту в 80-м году. Я в Америке его рисунки в музее увидел, вот этого Вадима. Тоже вот его рисунок. Вот как зайцы спасаются от птиц хищных. Перескакивает свечу, делает, тоже Вадима рисунки. Ну, здесь мои две книжки. Тут тоже кое-что положили, потому что перенасыщать как-то тоже не стоит. Можно было еще полочку поставить. Ну в общем-то, колонну давай это, кое-что, вот эту, допустим. У меня единственный в мире орел за всю историю охотился в тайге даже. Вот это слаломы, как он между ветками. Маневр. Есть ястреб тетеревятник, да, но тот натыкается на большие ветки, останавливается, а этот насквозь летит, и все как бомба. Это вот одежда, жена моя. Да, всех потрясает, что такие когти рядом с лицом. Непринужденная. Где-то есть твоя жена. Моя? Алена, да. Сейчас пойдем. Вот. Причем орел больше даже моего Алтая. Камчатский гигант. Вулкан? Да, и вот Носкова. А, это Аленка? Да. С ним он на взлете улетает от нее. Ваня сразу знал, говорит, мама, это ты? Ну, он даже тут похож маленько. Ваня на ее. Ну, наверное, да. Такой мощный, что даже нигде в научных сведениях такой величины не указано. Вот и все.